Жека, ты... Эдисон, все честно, ты выиграл в прошлый раз, поддайся мне, поддайся. Одна смерть и все. А, что ты тут делаешь, придурок? Это что сейчас было вообще? Это Rush Bass, блин, Rush Bass. А что-то смолка не увидел. Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, и сегодня вместе с Жекой мы будем продолжать нашу снайперскую дуэль. Да, ребята, всем привет, и предыдущую серию вы очень хорошо оценили, и именно поэтому, благодаря вам, мы снимаем эту серию, да, Эдисон? Да, Жека, поэтому, ребята, что ты ржешь, я не могу понять, а? Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на вот этот видос, если хотите больше серии, где я буду убивать Жеку как можно чаще, да, Жека? Это бы снайпер. Я сыграю, Да. Что, Жека, ты готов умереть опять 5 раз в этой серии? Подожди, ребята, вы могли заметить, мы поставили мод, что теперь у нас не видно никнеймы. Будет очень хардкорно, очень хардкорно. Да, будем надеяться, что я тебя сразу найду, как обычно. Ладно, давай, Жека, будем начинать, да? Пойдем. Ну что, Жека, ты готов? Ты готов, Жека? Я постараюсь не слиться, я постараюсь. Да, ну, ребят, как мы уже сказали, сейчас у нас есть мод на то, что мы не видим ники друг друга, еще будет хардкорнее. У нас есть дымовуха, и у нас есть... Что у нас еще есть, Жека? Ножик для ближнего боя. У нас он был, в принципе, в прошлый раз, поэтому... Но сейчас будет хардкорнее, потому что мы не видим ники друг друга, и можно бегать! Как тебе вообще теперь искать? Я тоже не знаю. Я и так проиграл 5-1, если вы не помните предыдущий. 5-1. Жека, 5-1, ты это понимаешь? Тут стадион меня хоть избрались. Это все он виноват. Он снайпер хренный. 5-1. Так, Жека, если я тебя найду. Так, где ты, зараза? Ну показывайся. Сейчас сложно вообще искать нафиг. Воу. Ты что, меня видишь? Нет. А, где? Конечно. Ты где? Там как я промахнулся, твою ж мать! Ага. Шо ты там ахакаешь? Да! Нет, первый килл! Надеюсь, что не последний. Ух ты, зараза! Ах ты же зараза! Ладно, давай. 1-0, 1-0. Ладно, я тебя отомщу сейчас, Жека, я отомщу тебе. Так, Жека, все. Жопа тебе, Жока. Жопа тебе, Жока, я понял. Жока тебе, Жока. Да? Да. Я просто уверен, я тебя еще как-то найду, не знаю как, но как-то найду, Жека. Думаешь? Я думаю, нет. Думаю, найду, да. Думаю, нет. Думаешь, что не найду? Ты просто знаешь, чтобы закрысился, я тебя ищу. В смысле? Я как бы из дома на дом. Да, я тебя там искал. Нет у Жеки. Ну ладно, нет у Жеки. Пойду искать его. Неправда, все наглая ложь и провокация. Ах, ты же говно выследил, да, меня? Что-то, раз ты замолчал, значит все плохо. Очень-очень плохо. Да, нет. Да, конечно. Где ты? Ребята, он врет, он знает, увидит, где я. О, как ты тут? Ты не слышишь, что я чё? Я испугался. Ты паскуд. А почему? Как я не попал по тебе, Жека? Иди в жопу, говно. Нет! Я жив! Помогите! Нет! Прячемся за деревьями! Кто-нибудь! Ты понимаешь, я на тебя хотел спрыгнуть! А кто? Где ты, Жека? В смысле, где? Я упал в самый низ, придурок! Да? Помоги! Где ты? Я... Алло! Я пытался на тебя спрыгнуть, короче, а спрыгнул куда-то в жопу. Жека, я что-то не могу понять, где ты, если честно? Блин, ты понимаешь, я смотрю, рожа торчит, прям на тебя прыгаю, мимо тебя пролетел. В смысле мимо меня? Так я в этом переходе был, в тоннеле. Да, а я как раз... Нет, ты уже выходил из него обратно на свою часть карты. Вот, а я, короче, прям мимо тебя пролетел самый низ. На балкончик на какой-то приземлился. Ой, это было смешно. Жека, где ты, а? Я не знаю, где ты.
Ты давай так, ты мне говоришь, где ты, я тебе говорю, где я. А, все тебе скажи. Тогда все. Да просто ты не на карте сейчас, Жека, ты не на карте. Думаешь? Думаю, что да. А я думаю, что нет. Я думаю, что да. А я думаю, что нет. Где он? Где... Да где нафиг? Это я просто на рандомку выстрелил. Конечно, на рандомку. Пошел ты в задницу! Ты просто посмотрите на него, он где-то стреляет, я даже не могу понять где. Как страшно! Жека, пошел ты в страку! Нет, ты меня звонил! Черт поганый! У меня перезарядка, я бы тебя уже убил, я так по тебе стрелял, у меня было перезарядка. Да как? Как? Я стоял за блоком, перезаряжался. В руку, Жека, прям в руку тебе. Крыс, ой, иди ты в жопу. Смотри, а как ты туда переместился вообще? Ты ж тут был, на этой части. Смотри, короче, как было? Можешь ко мне сейчас ТПшнуться? Ну, сейчас. Только чтоб я вниз не упал. Так, спасибо. О, все, походу, это ничего. Смотри, ну. Телепортируйся ко мне. Ты стоял вот тут стоял. Ну. Я вот отсюда, короче, хочу прыгнуть к тебе сюда и падаю сам. Офигеть, как ты перебежал быстро. Ну ладно, Жека, давай, будем меняться. Ах ты ж зараза, Жека, ах ты ж зараза. Да, я Жека, здравствуйте. Один-один, Жека, один-один, да? Никто не спорит, как бы. Вашу мать, ты что, меня опять видишь? Да нет, рандом стреляю. Жека, мы же договорились вроде изначально, то что не стрелять на рандом, и только если видим друг друга. Я тебя, может, неправда говорю. Подожди, Жека, это не троллинг, это снайперка, так что... Да я как бы видел тебя, алё, ну чё? Я выстрелю в тебя, Жека! Ах ты зараза. Ну ладно, я сейчас отыграю, Жек. Давай, паскуда. Давай. Жека, ты меня заколебал, честное слово. Блин, я боюсь, я боюсь опять просрать. Жека, ты... Все честно, ты выиграл в прошлый раз, поддайся мне, поддайся. Одна смерть и все. А, что ты тут делаешь, придурок? Что сейчас было вообще? Это Rush-Bass, блин, Rush-Bass. А что-то смоука не выйдет. Говнюк. Жека. Что за смоки, Жека? Что за смоки пошли? Смоки? Сейчас убью, ну чувствую, сейчас мне хана будет. Чувствую, сейчас мне будет крышка. Эдисон, что ты молчишь? А не вот, молчи. Вот так вот, Джек, скажи тебе, что я молчу, а? Скажи тебе, что я молчу, а? Скажи. Не скажи, ничего. Ты лучше скажи. Жека, я ничего тебе не скажу. Вот давай хоть, ты лучше хоть, скажешь. Хоть пытай меня, я ничего тебе не скажу. Ну Жека. Давай, ты лучше скажи. Ничего тебе не скажу. Почему тебе это не интересно? Ты лучше говори. Я как понял, ты там меня зарашил, да? Раз ты смоук кинул. Ты где-то, ты не молчи. Ты главное говори. Ты главное не молчи. А! Я испугался нахрен, чуть не упал! Твою-то мать! Ты Эдисон псих сраный! Твою мать! Я испугался, говню! Откуда по мне велся огонь? Я бегу, там эти дырки в стекле! Я испугался! Твою мать! Куда ты побежал, Жека, а? Да тебе все скажи, да? Побежал он куда-то. Так, ты был на кране. Сейчас 100%. Где-то там лег, да? Да-да-да. Да-да-да, Эдисон. Где-то я там лег. Я не могу сделать. Откуда? Откуда ты меня убил? Откуда? Просто скажи.
Где ты был вообще? Скажи тебе, откуда я тебя убил, а? Да все, ты выиграл, где ты был? Посмотри, Жека. Посмотри, назад. Назад, вперед. Да, Жек, ты даже сейчас меня не видишь, Жека. Назад. Где ты? Я там, как с крана на балкончик вот этот прыгать. С крана. Тут где-то? Ну ты пэхнись ко мне. Ты даже сейчас меня не видишь, Жека. Ты даже сейчас меня не видишь. Я сюда перепишу. А где ты был, когда ты по мне стрелял, когда я был на экране? Я тут был. Серьезно? Да, я видел тебя, ты тут пробегал. Ты даже меня не заметил, Жека. То есть я вот тут вот бегал просто. Да. А я видел. Да. Иди ты в жопу, Эдисон. Капец, Эдисон просто мастер конспирации. Ну, я в этот раз хотя бы получше. Да, 3-2 было или сколько? Да, 3-2 было. Да, сейчас 3-2, да. Жека, я еще хочу играть. Ну, давайте попросим Жеку, чтобы еще хотя бы раундик, а, Жека? Ну, ладно, давай. Это просто так. Мне просто интересно в это играть. Ну, хорошо. Ладно, ради вас, ребят, ради подписчиков делаем такой бонусный раунд. Бонусный раунд, ребята. Пишите в комментарии, ставьте лайк, если хотите больше вот этих снайперов. Да, потому что мне это нравится, если честно. Так, Жека, ща я тебя заколбашу, ща. Так, нужно сделать день, подожди. Я сделаю день. Жека, этот раунд не считается, если ты меня сейчас убьешь, это не считается, Жека. Да, ну ладно, хорошо. Не, я, в принципе, я принимаю довольно-таки достойный бой. Но ты сам попросил бонус на раунд, поэтому, как бы, тут, понимаешь? 3-2, Жека, 3-2, понимаешь? Не, я окей, я понял, я согласен с тобой. Да, в этот раз ты намного лучше затащил, чем прошлый. О! Чё? Опять меня спалил? Как? Где ты вообще? Эдисон, ты чёртов снайпер. Почему ты Майнкрафт снимаешь, а не в армии работаешь? Спасибо. Ты генерал Эдисон. Не понял. Вы где? Помогите мне. Кто-нибудь, спасите меня. Так, ну я знаю, что ты меня не увидел. Жека. Ты просто предупреждающий выстрел сделал. Так, где ты, Жека? Где ты? Куда ты побежал? Алло. Алло. Прием. Как слышно? Орел, Сокол, как слышно? Прием. Жек, куда ты побежал? Орел, я со Смушкой. Смушка я. Ты на Мушке, Орел. Конечно, на Мушке. Да. Кого ты разводишь? Кого ты пытаешься развести, Жека? Не на Мушке я ничего. На Мушке. Да. Я тебе так и поверю. Да кто опять стреляет? Помогите! Стреляют! Смотрите, как разнесло его. Ой. Ну, в смысле, ты не на рандом стрелял? Нет, я тебя видел. Ты охренел совсем, что ли? Почему я тебя еще ни разу не видел? Ну, потому что я снайпер, ты забыл, Жека? Я снайпер, не то что ты. Так, где он, Жека? Так, куда ты пошел? Мне очень интересно, куда ты пошел? Был там на крыше, да? Уже его нету там. Значит. А что ты замолчал? А, он меня рашит, я просто вангую, он меня сейчас выпрыгнет и как заорет. Типа. В атаку! Так. Ах ты паскуда. Ты меня что, видел? Нет, Эдисон, я тебя не видел. Ах ты тварь, где ты, Жека? Да откуда? Только не говори, что ты просто так стреляешь, потому что тебе хочется, а? Да, мне просто хочется, Эдисон. Я не представляю... Жека, на рандом нельзя стрелять, мы договорились. Да, мы с тобой договаривались, на рандом нельзя стрелять. Ты меня сейчас не видишь, как ты меня стреляешь? Как ты так, с чего ты взял, что тебя не вижу? Потому что я просто уверен, ты меня не видишь, Жека. Думаешь? Ты в этом так сильно уверен? А, говно, иди сюда! Давай, говно, жопа! Давай! Иди сюда! Я тебя все это время видел, Эдисон, я просто попасть не могу. А, ты тут Жека такой кривожопый просто, да? Да, я даже Мушка торчал, когда ты вот с этими досками сидел. Да? А, ну это нечестно, Жека. Не, я еще до этого, я видел просто, как ты куда-то идешь все это время.
Ой, слушай, ну окей, ты выиграл, но у нас фактическая такая ничья, да. Ну, фактическая, но на самом деле я выиграл, да, как обычно. Как обычно. Ладно, не, ну в этот раз я тоже согласен, намного было про... Ну, в смысле, такая, знаешь, прям напряженная битва, чем в предыдущий раз, поэтому... Отдаю тебе должное. Ну, в принципе, ребята, ставьте огромный палец вверх прямо сейчас на этот видос, если хотите больше снайперских дуэлей. Мне, если честно, нравится эта рубрика, я... Валил Жеку каждый день. Спасибо. Да, в этом, ребята... Да. Ставьте лайки, и Жека еще хочет что-то сказать, нет? Да, напишите в комментариях, какой я молодец. Я говорил, что я отыграюсь. Почти отыгрался. А почти не считается, как мы все знаем. Поэтому, ребята, ставьте огромный палец вверх. Стиви, куда ты, Жека? Куда ты? Вернись, Жека. Для видео. Все, пока. Да вот, смотрите, ходит. Все, ребята, большое спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. Пойдем, ребята.